Вопрос. Чем отличается Дед Мороз от Санта-Клауса? Я считаю, что Санта-Клаус отличается тем от Деда Мороза, потому что Дед Мороз находится в русскоговорящих странах, а Санта-Клаус во всех остальных. У них совершенно разные песни. У Санта-Клауса даже их больше. У нашего Деда Мороза разлетная шуба. Большая, и он шире. Да. Дед Мороз наш больше. А у Санта-Клауса пояс такой. Еще. Санта-Клаус ходит в черных сапогах. Да. В Америке не так холодно, как у нас. Откуда ты знаешь? Я думаю, что Санта-Клаус, он всегда говорит хо-хо-хо. Почему он говорит хо-хо-хо? Ну надо, да ему нет. Нужен камин, он должен с камина. Потом ему нужен пудинг, чтобы накормить оленей. Еще. А нашему Деду Морозу некоторые дети готовят стишки. Да, Санта-Клаус приходит на Рождество, а у Деда Мороза приходит на Новый год. У Деда Мороза есть своя Снегурочка, это его внучка, а у Санта-Клауса кто? Никого у него нет. Он живет с миллионом маленьких гномиков. Чем отличается Дед Мороз от Санта-Клауса? Но Дед Мороз ходит в юбках, а Санта-Клаус в штанах. Ну, я думаю, тем, что Дед Мороз русский. Тем, что Дед Мороз подарки под елкой оставляет, а Санта-Клаус в носках. Они живут в разных странах. Тем, что у Деда Мороза есть Снегурочка, а у Санта-Клауса нет. Чем отличается Дед Мороз от Санта-Клауса? Дед Мороз толстый, а Санта-Клаус худой. Санта-Клаус без шапки, а Дед Мороз с шапкой. У Деда Мороза есть большие шапки. А у Санта-Клауса маленькие шанки. Тем, что Дед Мороз волшебник, а Санта-Клаус нет. Мы считаем, что Дед Мороз и Санта-Клаус один и тот же персонаж. Но они различаются тем, что в разных странах называют их по-разному.